Комплексы противовоздушной обороны С-300, пушки, боевые машины пехоты, минометы, стрелковое вооружение, автомобили специального назначения – все, что представлено на выставке, и не перечесть. Эта военная специальная техника сегодня находится на вооружении военнослужащих Брестского гарнизона. В нашем Брестском гарнизоне представлены практически все виды и рода войск. У нас здесь есть и противовоздушная оборона, и силы специальных операций, и сухопутные войска, артиллерийские части, подразделения радиоэлектронной борьбы. У пограничников, соответственно, своя техника, ну и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Как видите, здесь очень много детей, потому что, наверное, с самого детства каждый хочет подергать, как говорится, за пушку, залезть в танк, посмотреть, что же это такое, почувствовать себя там мужчиной. Кроме военнослужащих Брестского гарнизона, свою специальную технику показали также спасатели областного управления МЧС, военнослужащие Брестской пограничной группы. У них сейчас на вооружении, кроме стрелкового оружия, есть высокотехнологичные дроны, которые могут выполнять задачи по разведке местности. Выставку посетило много брестчан и гостей города. Главными экскурсантами стали дети. Приходили даже целыми классами. Мы сегодня пришли со своим классом посмотреть выставку, детям показать технику, чтобы они были более осведомлены, какая она бывает. Для них это интересно, им это нравится, они у меня кадетский класс, то есть мы не первый раз, конечно, выезжаем, но для них каждый раз он как первый, как будто бы в первый раз они приходят и все посмотреть. Это очень интересно для детей, когда они своими глазами могут все увидеть, потрогать, покрутить руль, поучаствовать в каких-то мероприятиях. Посмотреть. Вот привел ребенка показать. Спрашивает о военной технике, рассказываю, что как служил. Что здесь машины моей нет, на которой я работал. Ребенку решили показать, какая у нас бывает техника, как бы любит машины, все такое. И вот решили показать. Уже не снять с этих машин. Оружие, техника, пушки всякие. Нам нравится технику смотреть здесь. И оружие. Что больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось оружие здесь. Сыну показать, какая у нас армия, какая техника. Вам, как здорово, получили автостанцию. Новая техника. Выставка военной техники в Бресте – мероприятие традиционное и всегда вызывает большой интерес у горожан. Юрий Печур, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест».